Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Совершенно внезапно Apple выпускает новую версию прошивки iOS 12.5.2 для старых устройств. Эта прошивка выходит в пятницу, что есть нетипично для Apple. Давайте же разберемся, что нового в iOS 12.5.2, как работает новая прошивка на стареньких устройствах и стоит ли обновляться на iOS 12.5.2. Если вас интересует такой вопрос, обязательно жмем лайк, подписываемся на мой канал. Буду очень благодарен, если вы еще нажмете на колокольчик под видео. Ну что же, новая прошивка имеет размер в районе 52 мегабайт в зависимости от устройства. Новая прошивка доступна для следующих устройств: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPod mini 3, iPod mini 2, iPod Air первого поколения и iPod Touch 6. Этим обновлением купертиновцы закрыли важные критические уязвимости операционной системы iOS. Новая прошивка iOS 12.5.2 рекомендуется для обновления для установки всем пользователям старых устройств, так как она включает важные обновления системы безопасности. Что интересно, друзья, что Apple исправляет одну и ту же проблему системы безопасности, и это связано с WebKit. Это такая ошибка, которая позволяет вредоносному веб-сайту выполнить активацию кода, который, в свою очередь, может отрицательно повлиять на ваше устройство и вашу личную информацию. Что же касается производительности, хочу сказать, что ничего, скажем так, плохого я не заметил. Устройство как работало, так и работает. Да, это не новое устройство на операционной системе iOS 14, но тем не менее. Устройство работает стабильно. Что касается аккумулятора, опять же таки хочу сказать, что не заметил я никаких, скажем, ухудшений. В принципе, телефон работает довольно-таки неплохо, поэтому если вы установите iOS 12.5.2, обязательно напишите в комментариях, чтобы было интересно пользователям, которые еще не установили. После обновления на iOS 12.5.2 я решил пройтись по всем пунктам настроек и найти что-то новенького. Но хочу сразу сказать, что нового здесь ничего я не увидел, так как новая прошивка связана с обновлением системы безопасности и закрывает важные критические уязвимости операционной системы iOS. Ребята, очень такие приятно, что Apple еще заботится о таких стареньких устройствах, как iPhone 5s, iPhone 6. За это стоит уважать Apple. Еще раз хочу подчеркнуть, что на удивление прошивка и устройство на iOS 12.5.2 работают довольно-таки неплохо. Да, приложение открывается с некоторой задержкой, скажем так, но это такие есть уже iPhone 5s, старенький iPhone, который был выпущен 7, а то и 8 лет назад. Ребята, пожалуй, на этом все. Если у вас есть какие-то свои мысли, обязательно напишите в комментариях, как работает новая iOS 12.5.2 на вашем устройстве. Если вы хотите обновляться, можете смело заходить в настройки, основные обновления ПО и обновлять ваше устройство. Также, если вы имеете проблемы при обновлении, смотрите в описании под видео, будет ссылочка, как обновить ваше устройство легко и без проблем. Ну что же, пожалуй, на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Есть вопросы, пишите в комментариях. Всем удачи и пока-пока!